Итак, а Ктулху, ребята, собственно, значит, будем сейчас уже проходить, да? Где там наша карьера? А, так мы только 4 боя провели, нам еще 5 надо, представляете? Ну зато, смотрите, мы на первом месте, да, то есть вообще чисто... Да, вообще так закачаешься, да? Это мы сейчас будем с Финном Мадоксом драться, с американцем, он нас превосходит только в выносливости, я понял. Хорошо. Да, турнир. Еще, кстати, жалко, что почему-то пока что, видите, все эти бои, они по 3 раунда. Хотя вообще, ну, у профессионала по 12, там, пускай там по 10, да. А тут что-то всего лишь по 3 раунда, то есть, блин, как-то маловато. Ну что, пару раз мы ему втулили, да? Все, нормалек, нокдаун есть, да. Опять мы проконтратаковали, видали, да? Вот контратака — это самая четкая штука вообще в этой игре. Падал, встал, а? Скотина. Блин, не успел его второй раз потушить. Ну тут, блин, прошлый соперник, согласись, тот бразилец, да, с которым мы дрались в конце прошлого раунда, тут бразилец реально меня порадовал. О, бляха, втулил мне, скотина. Да, вот тут бразилец какой-то был такой реально сложный. Что-то вот этот вот тоже какой-то простенький боец, честно говоря. А вот тут бразилец реально, помните, такой и реально был классный бой. То есть равные силы, получается, практически были, да? И вот реально так тяжело с ним было махаться. Это капец было. И очень динамично, получается, проходило все. Ну все, братан, не вставай уже. Смысла нет, да, уже все, ты уже просрал. Прими свою участь, так сказать, а. Потом он встал все равно, ты смотри, какой живучий мужик. А у него выносливость хорошая, да, помните? Ну все, давай, не вставай уже, ты задолбал, честно говоря. Ты смотри, что он опять? Не, наконец-то, все, наконец-то. Так, ну это мы легко победили, да. А то у нас было 2 по очкам подряд победа, это мы уже наконец-то легко победили, да. $900, отлично. Следующий, кстати, француз Седрик Пье. Кстати, вот этот вот француз Седрик, я помню, как в прошлый раз он меня вообще вынес. А тут, смотрите, видите, он, он нам уже вообще во всем уступает, да. По всем параметрам абсолютно. Значит, тут должно тоже быть без проблем. Походу, тот бразилец, наверное, был самый крутой из всех, с кем мы будем драться, да, я так понимаю. Так. Что-то француз вообще какой-то дохлый, извините, а сразу же уже его потушили. Ну да, что-то француз вообще дохлый, реально.
Кстати, интересно, а другие украинцы здесь будут? То, что в виде русский был, а украинцев что-то нет. Может быть, из-за того, что я взял украинца, может быть, не будет или что? Ну ладно, ну, братан, смысл уже вставать, ты тупо падаешь и все. Какой смысл уже вставать, реально? Блин, странный какой-то чувак. Здоровье важнее, реально. Давай там, все, сливайся. Да и смысл, реально, ты все время встаешь, получаешь два удара и опять падаешь. Все, в первом же раунде. Смотрите, у меня даже ни одной царапины нету, зацените, а вообще. Просто уничтожение француза. Порвали его на французский флаг, так сказать. Смотрите, пропущено ударов 0, избегнуто 3, контратаки 1. Жесть, а. А с кем мы еще не дрались? О, поляк, Артур Кадасас. О, у меня, кстати, смотрите, в силе превозносит, и, ну, превосходит, вернее, и в выносливости, скорость одинаковая. Кстати, поляк сильный, походу. Кстати, вот это, походу, будет интересный бой, потому что он у меня в некоторых параметрах только выше, а у остальных такой же. Но вся фишка, что этот бой мы даже можем слить, да? Потому что... Потому что у меня уже ячей так... О, блин, видали? О, вот про что я говорил. Да, потому что, видите, у меня уже... О, нормально мы ему втулили. Ой. Да, надо по это, да. Было тяжело с ним клинчевать, кстати говоря, смотрите, а. Ну давай. О, отлично, выиграли. Падла. Есть нокдаун, отлично. Не, ну поляк нормальный, да. Надо отдать должное, с поляком было нелегко. Тоже такой нормальный соперник. Так, и раунд кончился, да? Удар у него тяжелый, реально. Ты падла. Давайте поклинчуем, попытаемся, во всяком случае, да? Не получится. Курва. Да, блин, поляк нормальный оппонент, конечно, ничего не скажешь. О! Это мы неплохо ему втулили, да? Сближаться мне с ним, наверное, лучше не надо, да? Тот случай, когда мне, наверное, с ним лучше не сближаться, потому что получается, что... Да. В ближнем бою меня переигрывает по полной. Ну, давай. Так. Падла. Да задолбали, еще нельзя никак выиграть этот гребаный клинч.
Да ты задолбал ухиляться, придурок. Фу, блин, я его таки потушил, хотя казалось, что это уже что-то невозможное, да? Так, теперь мне главное дотерпеть, чуваки, потому что у меня два нокдауна, у него один. О, может, он уже не встанет, а? О, отлично, фу. Еще и нокаутом победили. Блин, ну да, это было нелегко. С поляком пришлось помудохаться, ничего не скажешь. Так, что там у нас? 900. О, все, уже полуфинал. О, блин, мы опять с этим Сольным Рубледо будем драться. Опять будем драться с этим бразильцем бешеным, да? Давайте в спортзал. У нас 2875, что можно повысить? Наверное, выносливость давайте повысим. Да, хорошо. Ну чё, у нас такая же выносливость, в скорости мы его переигрываем, а в силе немножко уступаем, ну буквально немножко, поэтому я думаю, что все таки должны более-менее без проблем пройти. Но вообще, да, этот бразилец, конечно, капец, да? В прошлый раз мы его реально еле-еле выиграли по очкам. Ты падла. Нормально. Есть, ёпты. Нормально, нокдаун сделали уже. Не, ну да, Бразила нормальный, блин, у него удар тяжелый, капец, он мне сразу так хп сносит ударами. О, ну тяжело встал, аж на семерку, даже на восьмерку. Так что... Тоже ему это легко не далось, да? Так что, пока что мы выигрываем, давай. Ага. Не холодно вам тут в шортиках-то на снегу, а, драться, ребята? Ты падал, ушел. Нормально. Все, во всяком случае, до полуфинала мы точно уже, я думаю, пройдем. Два подряд нокдауна, я думаю, что этот бой мы уже выиграем. Да, он даже не встает уже, отлично. Так, 900 мы еще заработали. А, не, полторы. Так можно еще что-то прикупить, ребята. Да, в финале будем опять с этим хребаным поляком драться. На силу мне хватит денег? Ой... А, ну да, на один можно повысить. Отлично. Итого у нас все параметры по 84. Так, и что у нас? Выносливость выше, скорость такая же, а сила ниже уже на один. Ну что, теперь, в принципе, мы практически равные соперники, да? Он только в плане силы чуток получше. Давай, гребаный поляк. Ты падла. Нормально. Ты падал такое?
Когда контратакуешь, тут главная опасность, наверное, в том, чтобы самому потом не пропустить, да? Потому что он контратакует тоже довольно-таки мощно, да? Вот, пожалуйста, ищи. Бляха! Да нечестно, я просто не те кнопки нажимал, да, что называется. Блин, на ровном месте взял нокдаун, просрал себе, ну капец, а. Ты посмотри, а. Нормально, так, у него тоже есть нокдаун. Я просто тогда хотел сделать клинч, да, заклинчевать, и получается начал его джебовать, и на ровном месте так вот пропустил удар, блин. Это был полный капец. Так, ну что, теперь мы уже выиграем его по нокдаунам, это отлично. Но это падло все равно не хочет сдаваться, польское дерьмо, а. Падло. Бляха, отходи, 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 отходи. Отлично. По очкам мы точно уже выиграем, да? Тут чисто остался вопрос, не потушит ли он нас, да? Ну да. Все, поляк, харе уже вставать, ты задолбал, реально. Да ты посын этого нереального поляка, он вообще не знает слова по ходу поражения, да? Все, давай уже, тухни, тухни, тухни. Я хочу нокаутом выиграть. Ты задрал, я хочу нокаутом выиграть, реально задрал, а? Блин, почти его нокаутировал. Ну, по очкам, да, конечно, я выиграл. Единогласным решением. Ну, понятно, его сколько раз, 5 или 6 иногда он, по-моему, посылал, да, и так еще ударов он пропускал. Просто что-то он падал, сдаваться не хотел. Задолбал. Еще один чемпионский пояс у адепта Ктулху. Зацените, ребятки, да? Сколько мы там долларов выиграли, а ну интересно. 18 штук, о, отлично. Отлично. Значит, нам осталось только легенды бокса, да? Давайте до 90, так. И выносливость еще повысим. Тоже до 90 даже получается. Ну и скорость попытаемся. Там сколько у нас получится? На один, к сожалению.
Я вот даже просто не знаю, мы в легендах бокса сможем туда вообще тут. О, есть, да, украинец Вадим Стеблев, видите, отлично. Я просто даже не знаю, получится ли у меня что-нибудь из этого турнира, да, потому что я же говорю, в этом были реально для меня нереальные чуваки, я представляю, что будет здесь. Ну давайте посмотрим хотя бы. А, ну да, да, не надо. Опять, видите, такой прикол, что у этого и сила выше, да, и выносливость на 3, и скорость я вообще молчу, насколько выше. Наверное, знаете, что надо сделать? Надо, короче, мне опять, наверное, пройти по новой. Хотя, в принципе, не намного у меня круче, да, если так посмотреть. Хотя вообще, да, наверное, знаете что, наверное, надо на натуре нам, наверное, заново пройти эту ночь чемпионов, перезапустить, да? Мы тут нормально зарабатываем, и вот тогда уже, наверное, в натуре, короче говоря, у меня будет нормально бабище, мы еще прокачаемся и пройдем уже последний турнир. Давайте я пока на паузу, чуваки, поставлю, да? И когда уже пройдем и будем начинать этот турнир, тогда и продолжим, давайте. Ну что, чуваки, в принципе, я еще раз этот турнир прошел, да? И что мы имеем? В силе, видите, уже превосходим, в скорости превосходим, причем насильно. Вот только выносливости чуток проигрываем, поэтому я думаю, что мы уже должны сейчас будем выигрывать сражение, да? Думаю, должны справиться. Плюс то, что можно будет еще качать нашего чувака по ходу уже турнира, да? Там будем еще какие-то параметры докачивать. Так. Спаду. Посмотри, а. О. Давай, давай. О. Блин, какой-то сильно крутой этот чувачок, да? Реально, нелегко что-то с этим скориянцем этим драться. Плюс то, что с этим мы, по-моему, уже с ним дрались, да. Это он, походу, подкачался и решил заново выходить, потому что, по-моему, мы с ним уже дрались. Да, ёлки-палки. Да ты задолбал меня, придурок. Как его заджибовал, да, чисто прямыми и все. Блин, я просто боюсь, что это, по идее, будет самый простой соперник, да, раз он самый первый. Или, по крайней мере, один из самых простых. Что-то пока что так туговато с ним идет бой, конечно, да. Прямо скажем. Мы-то побеждаем, да, вот уже два нокдауна. Все, кореец, не вставайте, задолбал уже, честно говоря. Они тут все какие-то больно выносливые, да, вот в этом плане. Их в нокдаун посылаешь по 3 раза, они все равно встают. В этом плане реально какой-то капец, честно говоря, да. Потому что 4 раз сейчас будет вставать, но засыня нет, слава богу. Да, тяжело, конечно, перебой прошел. Даже не знаю, что будет дальше. Тяжко, тяжко. А, ну остальные тоже, видите как, да. Вот, допустим, Ронни Борч. Сила у него меньше, выносливость только чутка, конечно, повыше, скорость хуже. Поэтому, в принципе, да, я так понимаю, что мы со всеми у нас будут силы равны. То есть не будет такого, что прям тотальное преимущество над кем-то, но вот... в принципе, силы равны, так что это даже хорошо, да, так даже интереснее будет, в принципе. Нифига себе, блин, да как так, силы равны, да, а смотрите, как он меня уронит, да? И как я его уроню. Ой,
Perfect uppercut. Another stunning hit. Accurate punch. Clean hit. Another hit land. Left. Right hook. Deck. Left hand gets through. Так. Accurate punt. Ой, падал, этого я боялся. Just a few seconds left, he's unstoppable. Clean hit. Нормально. Right hook. Блин, а? По очкам мы пока что даже на равных, да? И то как на равных. Бо в цель у нас одинаково, нанесенных у него больше. Так что пока что я походу даже просираю по очкам. Это печально. Отлично. Клинчуй, 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 братишка. А, тут попробуй заклинчивай этого скотину, да? Не, не ляу, не ляу. Он больно здоровый. Another hit land. Boom, he goes down. Да, печальненько, печальненько. Блин, у меня всего в одном параметре преимущество, да, у него, вернее, надо мной, да? Да это какой-то капец, честно говоря. Да, все, это у меня по очкам победит, то есть меня спасет только если я сейчас его нокаутом как-то умудрюсь делать, а это очень вряд ли, да. Так. Отходи, отходи, отходи с него. Ага. О, отлично. По крайней мере, по нокдауну у нас выровнялось, может быть. Таки все будет не так просто. Надо сейчас еще раз его посылать, ребята. Блин, а. Просру я, наверное, по очкам, да? Это был последний раунд, да? Ну да. Блин, мне бы еще один раунд, я бы, в принципе, выиграл, скорее всего. А так, конечно, наверное, он, да? А, ничья по решению судьи, ничего себе. Это у меня, кстати, впервые ничья, прикиньте. А ничья что дает, мне даже интересно. Ноль тоже, ничего не получаем в плане денег, но вот да. Один нокаут, 11 очей у нас, да. Ну блин, ну как-то так несправедливо получилось, да?
Блин, этот чувак меня во всем, у него во всем надо... А, это Украине, кстати говоря, во всем преимущество. Видите, скорость такая же, а выносливость и сила больше. То есть с ним вообще будет вафельный тор. Блин, непонятно, почему за ничью, допустим, вообще ничего не дают, да? Вот как-то, блин, несправедливо тоже немножко. Ну хоть поклинчевать вроде бы получается, да, слава богу. Тут такая-то жесть. Да, он меня, конечно, по очкам пока дрючит по полной. Походу, не готов я еще к этому турниру, чуваки. Ну, покринчевать она уже не выйдет, ну да, уже все. Ну да. Блин, просто как так сделано, я же, ну, по-конченному, реально. Вот получается, когда ты прокачиваешься, уже слишком просто даже драться, я бы сказал, да? А пока не прокачаешься, да, зацените. Да, пока не прокачаешься, то в принципе без шансов, да, потому что у меня удары медленнее, я меньше урона наношу, да, то есть и получается просто нереал полный вообще. То есть получается, мне надо, короче, еще раз, наверное, этот турнир пройти, который второй по сложности, да, наверное, еще подсобирать, и вот только тогда у меня что-то получится, потому что, видите, тут нереальные соперники получаются. Бляха. Хоть я его иногда он разок послал, то хорошо, да? Но он же встанет, падла, как всегда. Они все время встают, эти скоты. Так. Отходи, отходи. Ага. Так. Ладно. Бляха, ну блин, я его должен был сейчас потушить. Ну какого макара не дали добиться буквально секундочку. Ну он победит по-любому, да? Ну да. Блин, я бы еще секундочку, я был второй раз, был нокдаун, отправил, уже фиг его знает, может он и не встал бы, да?
Так, ладно, тут у нас преимущество. Давайте хоть этого Васю сейчас завалим, да, тогда мы очков еще получим каких-то. Ladies and gentlemen, please welcome both warriors standing in the ring, ready for the ultimate battle accurate punch. Clean hit. Another hit land. Right hand connect. Right hook. Another hit land. Clinching time. Отлично. Another stunning hit. Капец, как нелегко, чуваки. Ну, правда, хоть этого мы выигрываем пока что по очкам, то что радует, да? Хоть кого-то мы выигрываем. Спустя столько-то времени уже, да? Так. Все, готов. Нокдаун есть, отлично. Хоть это у Васю может сейчас на туре победим, а то это уже совсем не смешно. Ну да, все, этот уже вроде бы даже тушится. Хоть корейцы. С узкоглазами у нас неплохо бои проходят, да? О, нокаут, выиграно 50 боев. Нифига себе, ачивка еще, ребятки. Так, что у нас там? Фух, 1800. Давайте спортзал попробуем. О, мы, кстати, на первом месте. Нифига себе, как ни странно. Так, выносливость повысим. У нас еще есть, кстати говоря, можно немножко силы даже вроде бы повысить, но не хватает, да? Ну да, ни на что не хватает больше, я понял. Хорошо. Да, как ни странно, зацените, мы на первом месте. У Костеева, кстати говоря, меньше очей, да. Так что, в принципе, может еще... А, ну да, это нам сейчас будет точно хана, зацените, этот Джарвис Майо. У него сила 99, вообще почти на максимум выносливость, да, скорость. Он меня вообще по всем параметрам выигрывает, поэтому тут, скорее всего, нас сейчас просто отпедрючат. Причем, возможно, даже жестко. А, ну да, это мы будем сливаться. Вот это вот такое происходило, когда я дрался во втором турнире, и когда у меня не было еще очей. То есть меня тупо сливали и все, да. А, падал, он не захотел что-то меня клинчевать, заценить. Или что это такое вообще? А что происходит вообще? Это заглючило что-то, да? Ну, походу, да. Понятно. Да, я жил, что-то подобное происходило, короче, когда я вот это вот в натуре дрался на втором турнире по сложности, втором турнире, да, вот тоже меня в тупую просто сливали там без шансов, потому что у них тоже все параметры там на 20 были выше или даже еще больше, то есть, и просто там, ну, тупо было без шансов, да, то есть что-то не делать, тебя просто в тупую валили и все.
Да, интересный такой глюк, конечно. Да, это, кстати, классно, когда, допустим, два раунда подряд выигрываешь, и вот так вот третий провести, да, я даже согласен был бы. А может, просто братишки устали, решили отдохнуть. Но главное, что публика, видите, публика в восторге, да, он кричит, радуется, то есть, типа, эффектно все выглядит, да, экшен. То есть, народу нравится. Ну, по очкам я, конечно же, проигрываю, да. У него полное хп, у меня уже... Ну да, все. Ну это надо сливать тупо бой. Тут, в принципе, даже вставать, наверное, смысла нет. Мы-то встанем, но я так понимаю, что даже и смысла нет, да, потому что я ему даже ничего сделать не могу. Зацените, да, вот вообще какой-то прикол непонятный, да, вот я его в плане силы проигрываю ему всего лишь, в принципе, там на понты, да, если прямо так скажем, то есть не сказать, что там такая уж огромная разница у нас в плане силы, да, и зацените, вот он меня стукает, он мне, блин, хпшность, я не знаю как, да, я его стукаю, я ему, блин, вообще хп почти не сношу, мне это вообще напоминает сейчас Готику 2 возвращение какое-то, да, то есть... Жуткий дисбаланс просто. Зацените, вот я его даже попадаю по нему, да? Даже разок контратаку провел, даже, пожалуйста, да? И у него хп вообще, он, зацените, еле-еле сносится, да? Вот если бы он бы по мне таким левым хуком попал, как я только что по нему попал, да, я бы уже был бы в нокауте, да. А тут же вот зацените, то есть вообще жесть какая-то. А тут же, да, точно такие же удары пропускают, я жую, и вообще, ему по барабану абсолютно, да, вообще насрать чуваку. Не, не встану, не встану. Все глаза в кровище. Ты знаешь, вот какой-то прикол вот в этой игре, единственное, что мне не нравится, я же, тут, блин, такая фишка, что приходится вот эти вот турниры по 2-3 раза проходить, чтобы нормально потом драться, потому что за поражение тебе очей никто не дает, да. Ну вот опять Бруно Кастильо, опять у него все параметры выше, да, то есть скорость вообще 99, то есть, блин, да. А на таком уровне, да, оно кажется вроде бы там всего лишь на 2-3 у него выше, но видите, как оно сказывается, его удар сносит мне где-то по хп, а мой удар сносит ему там буквально понты, да. Хотя вот смотрите, с этим с Брунчиком неплохо прошло, да, пока что. Как это ни странно. Зачем, чуваки, как ни странно, рядом с Бруно пока что нормально проходит, да? Так. Опять-таки, вот как-то в плане ударов непонятно. Нормально, на Одессу таки я его отправил, этого Брунчика. Фух, ё. А, раунд кончился, я понял. Ну чё, первый раунд мы точно, да, выигрываем, причем по полной. Отлично. Accurate punch.
Accurate punt. Another stunning hit. Бляха! Ходи, 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 ага. Ох, как я его провел, да? Бляха, надо было его нажимать, я что-то завтыкал. Вставай, 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 давай. Надо было клинчевать, конечно. Так, отойдем. Есть, ёпты. Ты меня в нокдаун, я тебя в нокдаун. Ну пока что мы выиграем, хоть Брунчика победим, и то хорошо, да? Заодно, кстати, какой-то параметр сможем там повысить даже, да? Нормально. Так, 32. Опять-таки я его выигрываю. Отлично. Ну, главное, в принципе, не слиться, да? Мы два раунда подряд у него выигрываем по очкам. Просто хотелось, конечно, нокаутом выиграть, да, это 100%. О, блин, я оперкот провел, а видали, в контратаке вообще закачаешься. Еще в нокдаун мы его отправили, нормалек. О, отлично, еще и нокаутом победили, вообще закачаешься. Ну что ж, в полуфинал, я думаю, мы выйдем, чуваки. Вот, конечно, что нас ждет в полуфинале, это уже будет вопрос, конечно, да. Да, что нас ждет в полуфинале, это будет уже вопрос. Так, спортзал, мы можем хоть что-нибудь прокачать-то? О, силу на 2 можем еще вкачать. Отлично, сила 95. Вот опять чувак, который нас полностью превосходит, да? И в силе, и в выносливости, и в скорости. Вот как с такими драться, да? Это ж полный капец. Ой. Please welcome both warriors standing in the ring, ready for the ultimate battle. Ну, в полуфинал мы пройдем, даже если сейчас сольемся, в этом я как бы уверен. Ну, просто что я жду, что нам в этом полуфинале будет делать, да? Падла. Ну втули, втули. Да блин, да как же так? Ага. О! Так. Ты падла такой, а? Ты скотина отпадла, он еще и поклинчевал ХП себе восстановил. Ну, по очкам, да, по очкам я, конечно, его выигрываю. Ну, нормально, смотрите, чувак меня превосходит, да, тем не менее, мы умудряемся с ним нормально драться. Падла. О. Давай, 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 ага, отлично. Так, где там мои, ага.
Есть. Классно, кстати, мы его ушатали, да? Сначала от атаки ушли, апперкот провели, да, контратаку, потом еще и вот в нокдаун послали, вообще закачаешься. Да, единственное, что круто, конечно, вот таких вот боях, да, вот когда чуваки такие вот крутые уже, да. Это, наверное, в основном то, что как бы это. Так это то, что, да, бои реально интереснее становятся, то есть тебе реально тяжело с ними драться, ты чуть ли даже не стратегию на туре какую-то вырабатываешь, это вот очень круто. Так, надо отходить, отходить, да. Так. Ты падла. Есть. Все, и не вставай, мерзавец. Скотина, а. Да ты посмотри, а. Да, ну по очкам я, конечно, сейчас выиграю, да, 100%. На кого там, к сожалению, не вышло, он два раза скотина такая вставал, но по очкам выиграли, хорошо, еще каких-то бабосиков сейчас получим, да, 1800. В полуфинале мы, кстати говоря, опять с ним будем драться, судя по всему. Так, чтобы нам взять, давайте выносливость, хватит нам, да, как раз на одну. Да, опять с ним будем драться. Ну вот, да, реально, видите, по всем параметрам, это капец просто. Единственное, вот скорость у меня всего лишь на 1% круче, да, по всем остальным там на 2-3. То есть просто полная жесть. Ну я же, тем интереснее будет у нас полуфинал и финал, правильно, ребята? Давай. Так, отлично. Блин, по очкам он, наверное, выигрывает. А нет, смотрите, кстати, по очкам я выиграю пока что. Ну, блин, что-то этот бой сложнее, странно. Мы прошлый его так победили, причем вообще практически без проблем. Да, этот зацените, что-то. Может, и он подкачался где-то в спортзале, или что, не могу понять. Nice.
Да нет смысла, да, его нереально выиграть в этом гребаном клинче, да, я уже это понял. То есть я сейчас жму постоянно как бешеный эту фигню, и ничего не получается, то есть. Бляха. Теперь надо его щемить, чуваки, идти, надо его по-жесткому идти щемить, потому что... Но время есть. Так, давай восстановись, ага. Давай, отпаду. Блин, ну по очкам он, конечно, выиграет, у него теперь есть нокдаун. Хотя весь прикол, да, по ударам, видите, мы даже лучше, но у него есть нокдаун в запасе, а у меня его нету. Скотина, а. Так. Есть. Так, по очкам мы его теперь выиграем, потому что у нас по нокдауну, но я ему больше ударов нанес, это 100%. Встал, скотина, да? Блин, надо выиграть, отпаду, не хочет. Давай. Конец раунда. По идее, мы должны выиграть. У нас по одному нокдауну, но я ему больше ударов нанес, это точно. А как так-то, ёпты? Не, ну блин, вот это несправедливо, чуваки, я вообще не согласен, абсолютно. Какого Макара у меня по очкам выиграл, если, блин, реально у меня ударов было больше? Капец, а. Нихера денег мы, короче, не получили, да, и теперь остается только перезапуск делать, ну это охереть, блин. Ой, блин. Ладно, я пока поставлю на паузу, сейчас попытаемся заново, давайте, чуваки. Ну что, попробуем еще разок, ребятки. Видите, мы выносливость одинаково, скорость у меня даже выше, а вот сила у него выше. Ну, попробовать можно, да. В принципе, я думаю... Да мы с ним и тогда должны были справляться, я же, меня судья реально засудил, да? Это вообще нечестно, блин, я же, я его все щемил, щемил, у нас было по одному нокдауну, ну, блин, я из этого, в принципе, и тянул уже время, да? Непонятно, да, блин? Чисто за счет этого прикола меня по очкам победил. Нормально.
Давай, 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 ну что, по очкам, по идее, я выигрываю, ну да. Ну, правда, я тогда по очкам выигрывал, да, потом мне на шару, блин, взяли и победу у меня забрали, скоты. Мерзавцы, подонки. Судьи на мыло. О, прошло. Бляха. Падла. На. На Одессу, ёпты. Все, апперкотик прошел, контратака прошла, и у него уже есть один нокдаун. Ну что, по очкам мы его точно щивим. Это 100%. Кстати, апперкоты хорошо пропускает, надо обратить внимание, да, он реально апперкоты почти не блокирует. Наверное, моя самое грозное оружие против этого фуфела будет. Видите, даже когда медленный апперкот, он его все равно пропускает. Падла. Ты падла. Нормалек. Ну все, давайте, я уже в финале, да. Тут уже, в принципе, понятно. Он меня все равно не потушит, да, причем за такой маленький период времени. А по очкам тут я уже точно выиграю. У него ни одного нокдауна, а я ему два сделал. Ты скотина, а? Ну падла, падла. Ну и раунд кончился. Ну да, тут без вопросов, конечно, да. Так, отлично, мы еще очков заработаем. Сейчас давайте тогда чего-нибудь, короче говоря, себе прикупим, да. Тем более три штуки, да, давайте спортзал, давайте, наверное, давайте силу, да. Так и на выносливость, по идее, еще хватает. А, блин, не хватает, отпадло, ну ладно. Хорошо, карьера. Блин, последний бой, чуваки, финальный, а. А, так он мне проигрывает. А, так я буду с Вадимом Стеблевым драться. Так это все, считайте, что я победил. Он мне по всем параметрам проигрывает. Я, кстати говоря, с ним потом уже дрался заново, да? Ну, когда уже не записывал заново этот турнир проходил, то я его вообще без проблем нокаутировал. Так что... А я что думал, что я буду с тем негром драться, вот тем вот вторым, который там у него по 99, у которого... С тем, конечно, было бы потяжелее драться. Это понятно. Перкотик прошел. Отлично. Падло. Ну видите, он даже вот меня поймал, что на контратаке урона практически не наносит. То, что, про что я, в принципе, и говорил, да, то, что я жу, какой-то вот дисбаланс жуткий. То тебя тут выносят за нифиг делать, потом ты качаешь буквально там два параметра, да, на две единички каких-нибудь там, да. И все, я уже всех выношу, причем мне даже можно особо и не париться там, да, не следить там за...
различными параметрами. Он на контратаках там не особенно ловить, да? Ух, я его еще перкотом поймал, а? Вообще закачаешься. Готов, ёпты. Не, прикольно, два украинца в финале дерутся, да, чуваки, вообще закачаешься. Нам по очкам мы, конечно, его пока что выиграем, тут вообще без проблем. Вернее, даже и без шансов для него, да? Так. Готов, ёпты. Да все, не вставай, братан, ты все равно уже проиграл. Но два нокдауна, ты уже вряд ли меня догонишь. Это тебе только меня потушить, а я как-то сомневаюсь. Что при таких раскладах у тебя получится. Ну да. Четко так полетел, да? Блин, не сдается. Вот что значит, да, украинский дух, да? Не сломленный вообще, а? Не хочет сдаваться, братишка. Хотя смысла-то уже и нету, да, он тупо пропускает и все. Все, выиграем пояс легенды бокса. Вот походу мы игру уже прошли, получается, да, потому что это самое крутое. Жалко, что они, кстати, хоть какую-то другую анимацию не сделали, да. Допустим, вот мы выиграли сейчас, походу, самый крутой кубок, насколько я понимаю, да. Могли бы дать хоть какую-то там какую-то уникальную анимацию, да, там, я не знаю. В этом плане вот накосячили, короче, братишки. Там анимация абсолютно одинаковая во всех турнирах, да, который бы ты не выигрывал. Да, 36 штук, 100%. Все, в спортзале можно там докачать. Вон, пожалуйста, силу до 100 вообще. А, так мы все можем теперь, по идее, до 100 докачать. Мне денег хватает. Да, ты что? Твой персонаж прошел полную подготовку. Да, у меня все по 100. Ты не подключен к Steam. А, ну карьеру, да, мы все прошли, да. Короче, игруху мы прошли. Зато бойцов у нас тут теперь, короче, побольше, да? Ну да, да, да. Но самый крутой чувак, по-моему, здесь вот этот вот, где он тут, сейчас я его найду. Вот, вот этот вот Джарвис, да, у него 99, 98, 98. Это, наверное, самый крутой чувак. Понятно. О, кстати, еще ж можно это, можешь теперь накупить себе всяких приколов. Смотрите, борода. О, закачаешь, закачаешься, бороду себе купили. А волосы и какие? Есть кудрявые? Все, я теперь еще кудрявый буду. Цвет трусов, а есть синий-желтый? Блин, нету. Татуировка на груди. Акулу давайте поставим, да. Цвет обуви. Ну, правда говоря, выбор здесь небольшой, да, на самом деле. Реально выбор небольшой. Да, ну вроде бы все купили, да. А татуировку на спине еще какую-то можно там. Ну давайте черепок поставим. Да. Ну ладно, все тогда, чуваки, короче говоря, прошли игру. Она такая коротенькая, да. Вот за 3 серии мы успели пройти. Но я так понимаю, что основная ее фишка, это, наверное, по мультиплееру гонять, да, с другими игроками. Это, наверное, действительно весело.
Как бы вот. Ну и вообще-то, даже карьера, в принципе, была довольно-таки интересная. И вообще, вот так вот я время от времени даже быстрые бои, бывает, захожу, вот так вот дерусь. То есть, в принципе, прикольно сделали. Вроде бы ничего особенного, но в то же время игра не надоедает. Так что рекомендую, братишки. Ну, на этом, пожалуй, все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.